Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня у нас обзор по чехлам Bazeus, как его в России называют, а вообще Bazeus, компания Bazeus. Компания очень-очень крупная, на сегодняшний день работающая в 180 странах. Компания начинала свою историю с чехлов к телефонам, но в основном продавали пленки для телефонов. Они пользуются услугами дизайн-бюро европейских, поэтому в их дизайнах так много стиля, так много деталей, и все очень такое лаконичное и красивое. Компания Bazeus, она следит за своей экологичностью, они из переработанных материалов. Мы знаем компанию много лет, продаем ее продукцию и активно продвигаем ее на российском рынке. На сегодняшний день у нас появилась возможность участвовать в распродажах вместе с производителем, и мы даем вам возможность купить продукцию компании Bazeus по цене ниже, чем в Китае. Это очень круто. У нас большая линейка, и начнем мы с чехлов. Противоударный чехол от компании Bazeus. Очень плотненький силикончик с утолщениями по углам. Обладает хорошей противоударностью. Ну, естественно, это не дефенсивый, не надо кидать там с четвертого этажа, но абсолютно хорошее утолщение и здесь. Здесь вот прям выемка такая. И здесь он защищает экранчик. Кнопочки. Логотипчик компании Bazeus. Специально. Вот обратите внимание, вот это вот все. Все вот эти вот детали и внимание к ним, да, все то, что любит Apple и так пропагандирует, и, собственно, на чем основан вообще весь яблочный бизнес. Здесь идут полоски, и там, где идет надпись iPhone, полоска прекращается, и идет надпись iPhone, которая очень хорошо видна, и полоска продолжается дальше. Вот это очень круто. Вот они молодцы. На самом деле, обычно недорогой чехол, да? Но они сделали такую вещь. Это очень классно. Здесь также видно яблоко. Ничто его не загораживает. Женский чехол двухцветный, из розового переходит практически белый. Все чехлы настолько оригинальные. Все маркировки, все пломбы заводские, все есть. Очень хороший силикон, плотненький. Посмотрим на шампань. XS Max шампань. Выглядит великолепно просто. Такой тоже неоновый, интересный женский цвет. С белым тоже классно. Вообще супер смотрится. Логотипчик. Айфончик. Все кнопочки легко нажимаются, вырезы идеальны, все как обычно от компании Bazeus. Давайте посмотрим на черном. Вы знаете, кстати, с черным тоже классно смотрится. Я думал, что с черным вообще не пойдет. Он стал более синим, более насыщенным на черном именно. Интересно, интересно. Выбирайте компанию Bazeus, покупайте эти аксессуары. Следите за тем, что появляется у нас в магазине. Мы все больше и больше будем участвовать в акциях и все больше и больше будем давать такие предложения, которых нет на российском рынке. Мы являемся официальными дистрибьюторами компании Bazeus уже очень долгое время. И мы будем транслировать их промо-акции в России. Всего доброго, хороших вам покупок!